Время в 21:00 отправляется паром. Мы снимаем сюжет «Ночной Севастополь». Вот то, что у нас в огнях. Мы находимся в Арт-бухте. Пришлось поменять место съемки. Продолжаем обзор береговой черты Арт-бухты. Это западная сторона Арт-бухты. Вот так она выглядит ночью. Это уже южная сторона Арт-бухты. Тут уже я паром зацепил. Пойдем на другой берег. Ой, на другой борт пойду. Вот другой борт. Выходим мы с южного берега Арт-бухты. Вот мы уже на восточный берег перешли. Немножко приблизим, посмотрим. Да, яркий свет забивает все остальное. Ну и дальше на выход. Ну вот дальше по бухте мы идем на выход с бухты. Ну а дальше вроде огурку уже мы видим. Сейчас корабль пойдет, я буду снимать правую сторону. Вот здесь, на пирсе, я снимал сегодня днем, много мотоциклов стояло, байкеров. Сейчас осталось вот 2, вижу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 осталось. Как говорят хохлы, это особисто стоит отдельно почему-то от всей компании. Что мы тут видим? Тир. Народ учится стрелять. Правильно делают. Стрелять надо всегда уметь. Женщины стреляют глазами, мужики из ружей. Это наш паром. Те, кому лень ехать вокруг, знаю, что в Инкермане большие пробки, едут паромом на северную сторону. У них экскурсия по Севастополю закончилась, они возвращаются домой. Итак, шлагбаум закрывается. Готовимся к отбытию. Отходу от причала. Больше пассажиров не ожидается, я так понимаю. Нет, еще бегут, бегут, бегут еще. Последний, кто опоздал. Сейчас матросы поднимают часть борта. Как он называется по-морскому, я не знаю. Трап, не трап, ну, в общем, короче, там, где машины выезжают на пирс. Моряки меня поправят. Я летчик, поэтому я не знаю этих премудростей. Ну, мы отправляемся от Арт-бухты. Отправляемся на северную сторону Захарова. Началось движение. Корабль отошел от пирса.
Хочу показать момент причаливания, момент опускания передней створки. Ждем, осталось буквально 5-7 метров. Всем быть внимание. Осталось 2,5 метра, 2, 1,5. Уже задний ход рубил. Паром тормозит вовсю. Хоп, затормозил раньше времени. Мы еще не подошли. Осталось метра 1,5. Начинается плавное движение вперед. Очень плавное движение, очень. Видно, очень опытный капитан парома. Чтобы не было динамического удара, подходит, можно сказать, ну, как это некоторые тащат, тютя в тютю, говорю, чтобы раз и соединился. Все, стоим практически. Нет. Отошли опять от берега, перестарался. Перехвалил я его. Давайте еще раз посмотрим. Приближение к берегу идет. Еще потихонечку пошел. Так. Давай тормозец. Вот смотрим, боковой уже у нас пошел швартоваться. Швартовые концы цепляют. Видим, за пределами корабля. Он уже вышел через боковую дверь. И концы там цепляют. Помогает пришвартоваться кораблю. Ну вот и все. Мы на этой стороне. Ждем начала опускания. И выходим на берег. Так, где он там у нас? Вот он возвращается назад. Швартовые наложены, все. Пошел опускать. Я его отслеживаю. Так, подходит к управлению передним створкой. Все, створка пошла, и мы пошли. Началось движение.